Приветствую всех на канале. Сегодня хочу пожертвовать одним перцем ради эксперимента. Вот он какой вымахал. И у него такие тоненькие побеги. Хочу его обрезать приблизительно вот так. И вот эти побеги поставить на укоренение в воду. Ветер дует. Придерживаю, чтобы не переломать его. Вот такую посудину сделал. Выгнул с проволоки держатель. Поставил Каролину пару дней назад. Пока что стоит. Все нормально. Это перец Буджалоки. Удлиненная красная. Сейчас обрежу. Покажу, как я буду ставить ее на укоренение. Вот так вот я ее обрезал. Приблизительно на 10 листов. Теперь она должна пустить пасынки с пазух. И будет перчик пониже. Так, теперь дальше что делаем с этой частью? Беру ножницы и обрежу где-то здесь для укоренения. Вот, обрезал верхушки. Сейчас удалю большие листья и покажу, как будет дальше выглядеть. Вот эту развилку тоже попробую поставить в воду. А вдруг, как говорится, заодно посмотрим. Вот на одной покажу как пример. То есть, например, вот этот лист полностью удаляем. Дальше вот эти листы оставляем по чуть-чуть. И вот этот лист так же само. То есть сейчас покажу. То есть вот как было. Вот я обрезал. И оставил вот такой росточек. Вот еще один как выглядит. И попробую развилку. Я так не пробовал укоренять, выращивать. Но говорят, можно так делать с перцем. Это Каролина Риппер, поэтому попробуем. Ой, вернее, это Буджалоки, это не Каролина Риппер. Имею в виду, это сверхострый перец, многолетний, его можно так выращивать. И поставим это все вот такую водичку. Здесь я развел гетероауксин. У нас будет укоренитель. И вот так вот все это будет стоять. То есть я проволочку подожму, и кончики будут в воде. В чем плюс этого способа? В том, что вы сохраняете 100% характеристики самого растения. Если, например, семена используете, у вас от поколения к поколению может что-то случаться, то в таком варианте, если у вас Буджалоки, например, как тут, и вы укоренили вот такую верхушечку, то это будет 100% материнское растение. Посмотрим, что из этого получится. Еще раз повторяю, я так не пробовал делать. Вот недавно увидел в интернете, что так можно. И заодно у меня есть подходящий перец. То есть он сильно потянулся вверх. На этом, в принципе, у меня все. Все, друзья, до свидания и всего доброго.